21 сентября Акжаик примет на своем поле кустанайский Тобол. Напомним, 14 сентября уральский Акжаик принимал у себя талдыкурганский ЖТСУ, и наши одержали победу. Последний раз акжаиковцы побеждали в мае в игре 12-го тура, и перед этим матчем имели незавидное место. В рамках 27-го тура чемпионата Казахстана по футболу уральский Акжаик, думаю, будет принимать кустанайский Тобол. Данный матч пройдет 21 сентября в 17:00 на стадионе футбольного клуба Акжаик. На данный матч уже билеты начали продаваться. Любой желающий может приобрести билет на стадионе, в кассе на стадионе футбольного клуба Акжаик. Стоимость билета 100 тенге.